Всех приветствую, вы на канале «Узнал сейчас», и сейчас мы поговорим о еще одном инструменте выделения, это выделение по цвету. Находится оно вот здесь, выделение смежных областей, волшебная палочка, если нажать сюда, выделение по цвету. Также сочетание клавиш Shift O, английское, русское «ще», переходит в этот режим. Что он делает? Он выделяет в сцене все похожие цвета. Принцип похожий на настройки предыдущих выделений, то есть я здесь могу поставить пороги, и как минимум все выделил, допустим, порог чуть меньше. Он уже выделяет приближенные к цвета, к синему и к другим, да, то есть вот мы видим, дерево у нас уже не задето, потому что не имеет этого цвета. Это работает так, что вы можете выбрать конкретный цвет и как-то с ним поработать. Допустим, вы хотите изменить желтый, сделать его более насыщенный, наоборот, либо тусклей. Таким методом вы можете выбирать цвета в вашей сцене. На этом все, всем пока, спасибо, подписывайтесь, рассказывайте про канал.